Всем привет, ребята. Пропали мы на пару дней. К нам же приехали родственники из Чили. В общем, мы, ну, как всегда, кто-то с вами хочет поздороваться. Филь. Через неделю они уезжают, поэтому мы субботу-воскресенье проводили время вместе с ними. Мы ездили гулять, показывали им красивые места. В общем, поэтому влог я не снимала, чтобы как-то не смущать их камерой. Спокойненько мы общались и проводили вместе время. Спасибо, помахай тут хвостом, еще мне по лицу дай. Продолжаем снимать наши влоги. Дети в школе, у меня готовится обед. Вот, так что вот такие дела. Возвращаемся к вам. Закипели, нужно помешать. Сейчас прилипнут. Че, Макавка, привет. С тобой тоже поздороваемся. Привет, привет. Дай ежика. Нет, не даст. Поймала. Не рычи. Не рычи. Не рычи. Кстати, что с нашим хомячком? Мы хотели в субботу отвезти его к ветеринару. И в пятницу вечером Ксюша мне его приносит и показывает. А у него вот эта шишечка, которая была, она у него лопнула. Ну, с хомяком все нормально, чувствует себя хомяк хорошо, бегает активно, кушает. И просто у него на месте вот этой шишки осталась болячка. И больше ничего нет. Мажу я ему каждый день левомиколь на всякий случай, там вдруг, чтобы заражения никакого опять не было. Пока все нормально, никакой опухоли там нет. Осталась засохшая болячка, и все. Может быть, просто нарывало у него. Какая-то инфекция, может, была, скорее всего. Мазью буду продолжать мазать, пока болячка не отвалится. Пока не буду его тревожить, он днем спит. Может быть, к вечеру проснется, достану его. Зверье мое, у вас корм, между прочим, заканчивается. Вы так много кушаете. Сегодня нужно поехать опять в зоомагазин купить корм. А пока доедайте, что осталось. Вот так вот. Моя игрушка. Эх, Бонька, Бонька, не дает. И тебе еще когти нужно подстричь сегодня. Очень уж они острые. Не надо меня кусать, я тебя глажу. Я тебя глажу, не видишь? Хочу тебе за ушком почесать. А ты тут машешь своими лаптями. Сейчас, как прыгнет, опа. Ну ты, Филька. Неуловимая Бонька. Никак не поймает ее. У меня сегодня большая стирка. Постирала утром уже черное. Теперь стирать нужно цветное. Видите, уже все вываливается в ящик, не помещается. И, скорее всего, нет, белого еще мало. В общем, две стирки. Сейчас еще загружу цветное. Скорее всего, здесь будет на две стирки. У меня на одну не вместится. Отварила я макарошки. Делаю подлив из такого ассорти овощного. Здесь брокколи, перчик, морковка, фасолька. И все вроде. Добавила я томатную пасту и добавляю я немного сливок. Не знаю, мне нравится. Я практически всегда в подлив добавляю сливки. Нравится мне сливочный вкус. Немножко томатной пасты. И все. Сейчас она немножко потушится и будет готова. Филька уже машинку нашел Макса. Гоняет. Хулиган. Сразу убегает. Ты почему убегаешь от меня, а? Зачем грызешь? Камеру сейчас еще пристанет. Проходите. Бунечка. Ты все приняла солнечные ванны? Молодец. Молодец. Все, иди.
будем мы обедать. Это я сделала отдельно Максу с Каролиной. Тут с яйцом макарошки. Потому что они не едят вот это. Все, будем обедать. Дети уже пришли. На стол накрываем. Каролина, убирай. Уроки будешь потом делать. Покушаем сначала. Это музыка у тебя? А зачем ты закрашиваешь? У меня какого цвета что-то означает? Да. Какой-то цвет? Это песенка? Только вот это не нужно смотреть. Нужно уроки делать и не смотреть телефон. У Каролины другой телефон. Бабушка ей свой старый отдала. Samsung. Ну, так что ходит с этим теперь. Пока не отремонтируем другой. А как морга, как... У тебя сегодня нет два раза, у тебя завтра. Когда папа придет, да, когда папа придет, сделаешь с ним вместе. Ты закончила свой плакат уже? Нарисовала она. На вот тему... Кто это? Пауль? Сезан. Нужно... А ты же говорила, еще нужно его картину нарисовать, да? Да. Я сейчас еще второй плакат буду... Нет, на третьем плакате. На третьем? Почему? Их три всего? Нет, я буду делать один плакат вот только про него. Угу. Второй плакат про его рисунки. Угу. И сам его рисунок. Третий плакат это будет его сам рисунок. Маргоша себе сережку поменяла в носу. Ну-ка, покажи. Ну, что-то немножко тут красненькое не чешется. Да. Такое вот колечко. Вчера купила, ездили в пятницу, покупали. Или когда мы ездили? В субботу. Вот такая вот упаковка. Здесь... 5 штук. Вот этот тебе не нравится? Ну, хочешь померить? Красивый тоже. Он как этот, как гвоздик твой. У тебя камушки вот тут будут. Как ты хочешь вот это просунуть через... Конечно, пролезет у тебя там, пролезет. Вот эта сережка, она такая же толстая, как вот этот вот шарик. Видишь? Так что пролезет. Еще вот такая вот. Тоже камушек. И вот... 2 простых колечка без ничего. Уходите? Валю, усилишь? Да куда ты хочешь отрастить? Да куда хочешь отрастить? Сюда. До груди ниже. Мама, что надо отжимать? Вот тебе 2-3 года. Мама. Надо. Я же заказывала Ксюшке такие джинсы. Сегодня они пришли. А оказалось, знаете что? Мы узнали, оказывается, что ей такой фасон не нравится. Но это хорошо, что мы узнали. Маргарита с ней ходила в торговый центр. И она показала на эти штаны и спросила, если они ей нравятся. А Ксюшка сказала, что нет, ей такие не нравятся. Так что это даже хорошо. А то так бы подарили. И зря бы подарили. Вот, но они вообще классные, мне нравятся. Я не знаю, почему они ей не нравятся. В общем, в принципе, знаете, такой фасон. Они прямые, не расклешенные, не обтягивающие. Вот, карманы здесь большие. Вот здесь вот карманы. Ну, не нравится, значит, не нравится. Так что возвращаем. А я же еще заказала такой цвет. Ярко-зеленый и темно-зеленый. Ну и в итоге отправляем все обратно. Так Маргоша их померила, они ей подошли, хорошо сели. И мы так подумали, что даже вот этот размер, здесь какой он? Вот, 34-й. 34-й размер, он был бы Ксюше большой. Ей 32-й нужен, потому что 34-й прям Маргарите как раз. Но Ксюша все-таки немножко поменьше, чем Маргарита. Ну, так что ладно. Возвращаю обратно. Я говорю, вот эти вот джинсы порезать, с ним сделать шорты. Смотри, ползет. Хочешь, я дерну? На! Мама, у меня нету других черных. Где тебе возьму черный? Надо было черный покупать, а не оранжевый. Вон, купила. А ты брала где? В H&M, да? Такие оранжевые штанишки. Бонни, ну-ка, не гавкай. H&M это. Бонни! И сейчас вот сегодня я ей вот эти обрезала тоже. Мы их не подшиваем, ничего. Сейчас так ходит. Просто отрезают и ходят. И я сейчас по этим же отмерю. Бонни. Одна отрезалась. Мама, ты хочешь, чтобы я с джинсами завтра пошла? Я не пойду. И что ты скажешь? Где ты завтра? Все. Отрезали.
А синий с оранжевым классно смотрится. Ярко. Сочетается. Можно так в школу? Yes. Ну, круто. Ну, еще и две синяя. Еще две штуки она взяла. Вот это мне понравилось, фиолетовое. Тут все персонажи Диснея плохие, которые... Ну-ка, разверни. Обычно только все хорошие, а тут, видите, только плохие все. Все тебе эти вот цвета это идут. Вот это моя любимая. Вот это? И вот это. А мне нравится. И вот это. Да. И зеленый тоже, классно смотрится. Это мы в этом, в Нью-Йоркере, да, брали? Вот эти две футболки Нью-Йоркер. А это H&M. У нас со скидкой была. Она очень крутая. Тоже цвет хороший. Green Day. Угу. Тоже подходит к этим штанам. Все цвета вот этих штанам подходят к оранжевым. За 40. И вот такие джоггеры. Тай-дай. Голубенькие. Все. Что ты еще покупала? Маечка. Сережки ты купила? А, тоже маечку она купила. О, топ. Очень классный. Да, такой нежно-голубого цвета. И с обратной стороны, верни, вот здесь вот завязывается на спинке. Тут ты их, кстати, не мерила еще, я не видела, как смотрится. Не пробовала мерить? Не мерила? Нет. Взяла на Ксюше футболку и еще один подарок, который Ксюша давно хотела. Ну, давно? Пока не скажем. Что, правда? Ну да, она же хотела заказать вообще-то с Америки. Маргарита купила себе тушь. Вот такую водостойкую, да? Пожарила я грудку индейки. Пюрешка. Хватит есть. Больно? Меня уже не болит. Нет, больно? Нет. Ну, если ты так будешь щипать, конечно, больно. Она вот устроила кашу-малашу. Хочет покрасить свой этот чехол. Маргарита, у тебя не получится. Но он даже цвет не дает почти. Марго. Почти даже не покрасилась. Слышь меня? Вытаскивай свою кашку-малашку. Он у нее какой-то желтоватый. И она думала, что сейчас она вот этой краской. Нет, вообще, смотри. Не покрасится. Это не та бумага. Филиппин? Мяско хочу. Нет, не надо. Я ему давала уже мяско. Что делаете? У вас всю квартиру слышно. Горит. Мама, смотри, я его так ты подняла. Сейчас... Смотри, я его так подняла. И он пухнул. Да, конечно, ты ему на живот давишь, что там остается делать. Тогда я пукную. Смотри, не выброси его куда-нибудь. Я совсем забыла, что у меня белье висит. Во-первых, его нужно снять и повесить. Повесить новое. Вот здесь вот у меня лежит. Ждет свою очередь. Я совсем забыла. Оно еще не высохло. Не получится. Придется в сушилку. Придется нести в сушку. Что это такое? Это бины. Что, ты будешь продолжать? Это оставать? Пчела. Второй тебе надо сделать. Второй? Не бросай мою пчелу. Маргоша завтра школу прогуливать будет? Не пойдет? Не хочет. У них завтра день спорта. Я пойду. Так у вас весь день, прям весь учебный день, у вас спорт только будет. И ты одна из своей группы только. Да. С девочкой, с которой она в группе, она на спорт не может пойти, на физкультуру. Маргарита не хочет одна. Если Маргарита будет одна, значит, ее отправят в другую группу. А она тех детей не знает, поэтому она не хочет идти. Давай, пошли, все. А, я же хомяка хотела показать. Сейчас покажу, что у него там. Болячка еще есть. Вот. Вот у него болячка. Ты не шевелись, то фокус пропадает. Мама, вот. Я это... Вроде все нормально, не знаю. Левомиколей мажу. Мама, что с ним? Надеюсь, все пройдет? Хорошо. Ну все, уже там болячка как отвалится, заживет и отвалится болячка. Сейчас кремушком мама, помажу. Чё? Чё? Маргарита рисует. Вонь, кто там ходит? Ты. Не любит она, не хочет, не нравится ей. Фу, не нравится, не чё, нравится рекушек. Нет. Вань, пойдем обратно в клетку. Кстати, все. Ну-ка, отходи. Отходи. Время 12 часов ночи.
Маргарита кушать хочет. Масло с хлебушком и с вареньем. Все спят уже, она кушает. Вот я уже отключаться. Завтра утром монтировать влог. А сейчас отдыхать. Давай кушай и спать быстрее. Это невкусное варенье. Ну, мне лично оно не понравилось. Там какие-то... Нет, оно... Там просто ягоды очень жесткие. Жесткие ягоды какие-то. Прям сушеные, что ли. Всем пока. Спокойной ночи. Мы будем отдыхать.